Друзья, всем привет! Сегодня расскажу вам действительно полезную хитрость, про которую я совсем недавно узнала, была у подруги в гостях и увидела, что она стирает с пакетом. Я была вообще удивлена, для чего это нужно, вот этот пластиковый пакет в стиральную машину. То есть я попробовала уже раз 5, наверное, и мне понравилось. И сейчас я вам расскажу, почему она так делает. И я теперь так делаю. Такой простой пакет поможет не только стирать белье куда чище, чем обычно, но и сэкономить на том же порошке. Я использую гелевый. Кроме того, такая стирка с пластиковым пакетом может продлить жизнь стиральной машинки. Вообще, давайте я вас спрошу, как вы думаете, почему? Остановите сейчас видео и напишите. Может быть, вы посчитаете эту идею бредовой, а сейчас давайте я вам расскажу, почему. И вообще, этот способ пошел в те времена, когда появились только пластиковые пакеты, помните, такие красивые? Их прям вот сушили, стирали, складывали. И все в те годы, в основном, оказывается, все хозяйки пользовались этим способом. Дело в том, что при стирке в барабане стиральной машины образуется статическое электричество. Конечно, можно сказать, что стиральная машинка имеет заземление, но тем не менее при стирке в барабане происходит такой процесс. Благодаря ему пластиковый пакет собирает на себе с одежды все волосы, шерсть. Вот у меня это вообще частое явление. Также очищает белые куда лучше, вещь имеется в виду. Во-вторых, препятствует засорению фильтров в стиральной машинке, так как этот мусор собирается на пакете. Ну а в-третьих, пакет играет роль большой ложки, которая помогает размешивать в барабане, если у вас порошок, например, не растворился. То есть получается экономия почти вдвое. То есть очень простой совет, попробуйте. Поделитесь этим советом с друзьями, напишите, что вы думаете об этом. И напоследок такой совет, если стираете шерстяные вещи, джемпера, там что-то подобное, то такой способ неприемлем, то есть не нужно пользоваться, это мне подсказала вот подруга. Не знаю почему, не спросила, но сказала, что не стоит. А на этом, друзья, я хочу с вами попрощаться, всем спасибо за внимание, до следующей встречи. Также еще хотела сказать, я беру пакеты без рисунка, есть такие черные, белые, там розовые, без разницы. А с рисунком я вообще не советую, потому что рисунок будет вымываться и может появиться на вещах.